Александр занимается дзюдо с первого класса, тренируется под руководством Анатолия Моисеева уже 14 лет. На первенстве ПФО Александр выступал в весовой категории свыше 100 килограммов. Спортсмен провел 4 встречи, и все они закончились победами. Первое, самое тяжелое было, как плохо размялся я. Потом легче все пошло. Как прошел финальная встреча? Ну, вначале проигрывал я. Потом удушающим приемом выиграл. Нынешняя победа в первенстве Приволжского федерального округа не первая для спортсмена. Надеемся, что и не последняя. Александр Егуртов сейчас готовится к первенству России, которое состоится в марте в Кемерово. Марина Антуганова, Виталий Немов. Наше время.